Читаем Богдановича вместе. 125-ю годовщину со дня рождения одного из величайших поэтов национального возрождения отмечают бессмертными строками автора. Сегодня они звучат по всей Беларуси. Больше всего поклонников таланта Максима Богдановича собралось в Минске у памятника поэту. Желающих прочесть любимое произведение песнера с каждым часом здесь становится все больше. Память поэта сегодня увековечили и в Минском храме памятники всех святых. За упокойную литию совершил предстоятель Белорусской православной церкви митрополит Минский Заславский Павел. А после в нишу крипты храма памятника заложили капсулу с землей, которую специально доставили с могилы поэта в Ялте. Он будет жить, сколько будет жить и белорусская мова, сколько будет жить белорусский народ, сколько будет жить наша держава. Тому это, конечно, не просто имя, это наш символ. Это такие несгасные огеньчик нашей культуры, от якого, ведаете, запаливают певно свою творчесть сучасные поэты. И это вот эстафета нам будет тягнуться и далее. А в эти минуты проходит долгожданное открытие. В столице после реконструкции распахнул двери литературный музей Богдановича. К праздничной дате здесь приурочили новую экспозицию. Совсем скоро у памятника поэту в Минске пройдет митинг «Поклонись Максиму». А Республиканский театр белорусской драматургии тем вечером покажет спектакль «Дневник поэта».